петербургские ночи белые, подмосковные вечера, зауральские зори дикие. Это родина моя. Себя найти, то, что важно. Кто-то вперед, кто-то вниз по диагонали. Жизнь — это игра с черно-белыми полями. Просто живи. Просто живи. Огромнейшее спасибо регионам Курган, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Архангельск, Симферополь. Друзья, я надеюсь, вы меня слышите. Расслабьтесь, отдохните, получите удовольствие. Слово Руслану Проводникову. Друзья, всех вас приветствую. Поздравляю с этим замечательным, добрым праздником всех мужчин с 23 февраля. Как часто мы слышим фразу: «Посмотри-ка, кино, ну прям как в жизни». Но жизнь — это не кино. Здесь невозможно сделать еще один дубль. Невозможно. Здесь как под поезд. Раз и навсегда. Жить нужно, не оставляя черновиков. Жизнь нужно писать начисто, набело. Прошлое. Ну что в нем копаться? Было и было. Прошло. Будущее.
Но мы-то с вами знаем, что оно призрачно. Жизнь, она здесь и сейчас. Я терпеть не могу фразы, когда говорят: «Хорошо там, где нас нет». Нет. Там, где мы есть, прекрасно. Там, где мы есть, хорошо. И будьте счастливы сегодня. И любите друг друга. 23 февраля! Отлично! Ульяна с удовольствием присоединяется к акции «Быть здоровым – это модно». Дорогие друзья, замечательно, что этот праздник проходит совместно с праздником 23 февраля, ибо защитник Отечества должен быть сильным, мужественным, смелым, закаленным. Дорогие друзья, русского человека, российского человека всегда отличала закалка духа, воли и тела. Решите пожелать вам добра и здоровья. И от ульяновских мажей большой привет. Очень рады всех приветствовать. И с большим удовольствием примем сегодня в этой акции. Покажем наш сибирский характер и настоящих воинов, воинов инженерных войск, воинов-саперов. Поэтому молодых людей всегда ждем в Тюмени учиться, приобретать специальность и профессию, которая формирует настоящие мужские качества. Спасибо. Ну и в этом году мы чуть-чуть привнесли своего в Кургане, так как все обливающиеся будут обливаться в цвете российского флага, но в связи с тем, что у нас недавно произошли события на границах с Украиной, мы один ряд выставим людей в черных футболках. Я вас всех поздравляю с Днем Защитника Отечества. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех участников 10-й юбилейной акции «Быть здоровым – это модно». Здесь со мной в Архангельске, столице Поморья, представители организации «Маржи Архангельска», организации, которая функционирует уже более 30 лет. Мы прежде всего поздравляем сильную половину человечества с прекрасным мужским, самым мужественным праздником, с Днем Защитника Отечества. И желаем всем бодрости духа и крепкого северного здоровья. С праздником, друзья! Добрый день, дорогие друзья! От всей души рад приветствовать вас в нашем городе Симферополе. Мы рады принимать активное участие в всероссийской акции «Быть здоровым – это модно». Спорт – это объединяющая и сплачивающая всех нас сила, делающая наше общество здоровым. От всей души хочу поздравить всех россиян с Днем Защитника Отечества. Пусть в ваших домах всегда царит тепло, уют, счастье и мир. Во имя процветания нашей любимой России. С праздником, друзья! Очень отрадно, что впервые присоединившись, мы смогли собрать такое большое количество любителей. Желаю быть мужественными и быть готовыми всегда защищать свое Отечество. Поздравляю! Своя история. Те, кто искренне верит, могут судьбой поспорить. С уважением к прошлому мы запустили корни. Чтим подвиги предков, омытые кровью. Школа жизни, диалог поколений. То, что по-настоящему важно, во что мы искренне верим. Каждый пропущенный удар делает сильнее. С опытом приходят победы, и вот ты уже первый. Молодые и сильные, с любовью к России, открытой душой, кто бы что ни говорил нам. Те, для кого долг и честь — это не просто слово. Те, кто вписал новую главу в историю. Пусть нас не собьют с этого пути. Все, что нам мешает по жизни уверенно идти. Каждый новый шаг — это новый шанс, будь с ним. Твое будущее — это только ты. Время как река, словно мой путь, я постигнул высь. Настанет пора, когда мир будет полон добра. Мир будет полон добра. Пусть бывает шторм в моих морях,
Пусть каждого не просто, откровенно говоря, но я сделаю все, что зависит от меня. Докажи свои слова делом. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все. Yeah.
все сбылось.